Не знаю, как у вас, у меня мурашки. На что похоже? На ветер. На ветер, конечно. Похоже на ветер, правда? Как можно ветер призвать к себе на помощь? Ветер можно разогнать так, чтобы он принес очень много разных плохих деяний, да, шторм и так далее. Шаман — это тот человек, который укрощает ветер. Он для этого крутит чурин.